Компания «Эндерс», она уже более 120 лет на рынке. Компания немецкая. 12 лет мы присутствуем на рынке в России. И вот, освоив Москву и Московскую область, решили приехать еще и в Питер. Представляем услуги сервисного обслуживания, поставляем оборудование еще и по России. Система контроля есть, товар у нас весь сертифицирован, соответствует нормам и стандартам ХАСП, международной системы сертификации и стандартизации. Особым спросом на всех выставках у нас пользуется вот такой вот материал. Это кольчужные перчатки, кольчужные фартуки. И они у нас в основном требуются в производстве при мясопереработке, при использовании ножей, при использовании режущих, колющих предметов у мясников. Кроме того, у нас есть вот такие замечательные материалы. Это одноразовая спецодежда, многоразовая, теплая спецодежда, коврики защитные, обувь представлена специальная для профессиональных отделов с усиленной носовой частью для избежания повреждений. Щетки Викан, различная цветовая гамма для того, чтобы свободно различать по отделам, по степени применения. Это либо мясные цеха, либо холодные цеха, цеха по переработке мяса, либо рыба. Для нас выставка «Питерфуд» – это несколько новое мероприятие. Мы участвовали в выставках, активное участие принимаем в Москве, на выставках «Протэкспо», «Экспофорум», «World Moscow». Отличные выставки. Но и решили вот выйти на выставку в Питер. Не хуже выставка, чем в Москве. Радуют организаторские способности. Замечательная выставка.